Ребята, нет! Не может быть, они что, реально черепаху в шредер положат? Самый огромный попыт в мире вообще. Топор! Ребята, топор в шредер! Круто, как она так сделала, ребята? Она это все кладет в блендер и ставит на скорость, и сейчас будет измельчать. Посмотрите, в торте слои сделаны в виде денег. Как Сам она сейчас есть. Это будет есть? Воу! Насколько красиво он... А что он мешает? Он с шариком делает? Он, наверное, ферри добавил. А тут, наверное, уксус. Смотри, какой динозавр веселый. Закрывает бутылечек. И что, протыкать будет? Пшел. Смотрите, иголочка. По ножам! Ребята! Сникерсы! Ребята! Не надо, отдай лучше мне. Чё? Я в аквариуме? Стыдно-то как? А тебя, годзилка? Ой! Полотенчика сняли. Стыдно-то как? Ложись, сейчас мы будем тебя рубасить. Оу, ребята, она их долбанула. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. Самые новые секретные эксперименты. Всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс. Напишите, кто из нас больше рассказал вау. И сколько раз ты. Такого ты еще не видел, поехали. Что? Ребята, нет! Не может быть. Они что, реально черепаху в шредер положат? Они показывают все предметы, которые они будут уничтожать. И среди них живая черепашка. Ребята, пожалуйста, ни в коем случае этого не делайте. Танки, пластик, кукла, топор и живая черепаха. Друзья, досмотрите до конца, обязательно сегодня самые новые эксперименты. Мы вам такого еще никогда не показывали. Танк. Звук, пластик. Обожаю, друзья. Они специально медленно это шредер делают. Да, они его специально понизили ему скорость, чтобы дать прочувствовать вот этот звук, этот прекрасный звук. Куколка, пока. Она мягкая, поэтому ничего не произойдет, ребята. Ну что же вы делаете, жалко как, друзья. Прощай. Глазик отпал. Глазик отпал. Топор! Ребята, топор в шредер! Он его сломает, мне кажется. Или измельчит. Ты как ты думаешь, кто победит? Смотрите! Шредер откусил от металла. У топора классная сталь. Он его реально сломает. Шредер сильнее. Топор не может его остановить, друзья. Может быть, когда он целая вот эта часть. Это черепаха? Не, панцирь. Пустой. Слава тебе, Господи, ребята. А где сама черепаха? А где сама черепаха? Вы что, издеваетесь? Куда они черепаху дели? Друзья, жестяк просто. Да что вы так с ее панцирем? Как она будет без панциря жить? Ребята. А панцирь-то не так уж и просто. Сломаются. Друзья, просто панцирь разлетается на кусочки. Бедная черепаха. Я думал, он прочный. Он, оказывается, друзья, совсем такой себе, как просто как пластмассовая игрушка. Шредер очень сильный, еще и на малых оборотах, друзья, просто уничтожает. Мы должны заботиться о братьях наших меньших. Друзья, это не ее панцирь. Это панцирь старый, какой-то, друзья, наверное, в магазине купленный. Или черепахи, которые она сбросила. Вот, смотрите, из того, что они извлечили, они говорят, что это можно сдать в аптеку для медицинских целей. Для изготовления лекарств. Измельченный панцирь черепах. О, это день рождения моего парня. Когда? Так, 9-го. Ага. Что же подарить? Так, надо что-то придумать. Берем свою шкатулку, вот драгоценности, сокровища. Какие-то кошельки, Гуччи, деньги, друзья. Очень богатая наша девочка сегодня будет готовить, наверное, что-то из денег. Как она размножила? Это денежный торт? Смотрите, не торт, кастрюля. Она, короче, сейчас, наверное, будет долларовый бульон делать. Точно, друзья. Сейчас мы сварим доллары, как курочку. Так, достает. Реально, торт! Я был прав, ребята! Это торт из денег. Все вокруг в бриллиантах, бусы, туфли очень дорогущие. И она будет сейчас... Круто! Как она так сделала, ребята? Очень классно. Часы в бриллиантах. Посмотрите, какой алмаз. Просто невероятных размеров. И она это все кладет в блендер. И ставит на скорость. И сейчас будет измельчать. Просто в пыль, в ниточки. Друзья, спасибо каналам, которые делают такие эксперименты, рисуют такие фильмы. Ссылочки будут в описании. Ой.
Вау! Монеток накрошила! Помада, вау, золотая, все красная, такое богатое, друзья. Просто супер. Мама, залей губку. Смотрите новые серии на Gamebox, наш новый, да, канал, где просто игры. Игры. Ссылочки в описании. Вау. Посмотрите, она размножает слитки золота на торте. На торте. Как правильно, на торте или на торте. Класс. Фотографирует. А, сейчас, наверное, хочет своему парню отправить, говорит. С днем рождения, дорогой, я тебе такой классный торт приготовила, Питер. Мы вообще-то с тобой расстались 3 года назад. Наша любовь умерла. Чё? Он ее бросил? А у нее склероз? Посмотрите, в торте слои сделаны в виде денег. Как она сейчас это будет есть? Воу. Насколько красиво сделано, согласитесь, друзья. Всё. Спасибо каналам, большие молодцы. Всё. Такие классные. Блин. Облизали. Правильно. Молодец, облизала, все. Садись 5. Грустно. А парень бросил. О! Наш любимый голубочек. Пришел, блин. Друзья, с мясорубкой. Сникерсы. Ребята. Не надо, отдай лучше мне. Посмотрите, 3 Макси Супер Сникерса. И сейчас мы посмотрим, голубочек, что из этого получится. Голубочек, не надо, дай лучше мне. Это будут, наверное, сникерсовые котлеты. Друзья, обычно делают фарш, а у нас будут сникерсовые котлеты. Папа, я не хочу пробовать это. Можно не буду? Не будешь, хорошо. Ребят, хотите попробовать? Я бы попробовал сникерсовые котлеты. Мне кажется, это круто. Смотрите. Если бы он туда немножко жидкости добавил, мне кажется, лучше было. Оно бы кучнее выходило. А то оно так просто, смотрите, как какие-то червячки. Орешки в перемешку с шоколадкой и карамелью. Друзья, у кого какая любимая шоколадка? Кто любит Сникерс? Кто Марк? Кто Баунти? Кто Нат? Кто Лайон? Напишите. Воу, вот оно все застряло. Мясорубка забилась. Давай. Воу, какая кеся-меся. Просто вау. Просто взяли и испортили. Это просто фу. Сникерс, ребята, о! 3 Сникерса, потерпели поражение. С ним ничего не стало? Да, а ну кубики. Только с одним. Ребята, кто же сегодня сможет устоять против колес? Никто. Это слаймики были? Или попытки это желе? Попытки стояли. Попытки стояли, кстати, да, друзья. Они не резиновые. Сколько слаймов. Вау. Да, конечно. Чтобы сделать им бэ. О, шарики металлические. Да им вообще сюда фонаря. Им ничего не будет. О, шарики металлические. Это марблсы. Но в попытии Among Us. По ножам. Ребята. Им-ка-то тоже пофиг. Не, один сломался последний. Сливки. Не, ну сливки слишком мягкие. Это легкая добыча. Арбизы. Пау. Ну что, разлетелись. Пружинка. Их она. А нет, ожила. Эмандемсы на тарелочке. Эмандемсы некоторые хана. Выжили, но тарелочки хана. Слаймики еще. Ну найди себе достойного противника. Красиво. Да, вот пустые банки, например. А, у них арбизов напихал. Нет, достойного противника, который... Достойного? Черепашку? Корн. Без шансов называется. О, сейчас будет бе. Да. Смотрим следующую нашу историю. Ты что, издеваешься? Это телефон, он принимает ванну. Кто? Кто пришел? Это я, Годзилла. Я в полотенчике, я только что из душа. Слушай. Или что? Проваливай. А, она, короче, купаться хочет. Уходи, я буду купаться. Я тебя сейчас в бороду дам. О, а ну биться давай. На. Пай. Девочка наша пришла. Ну как, брейк. Так, все, прекратите драться. Прекратите. Девочки, прекратите драться. Так, всё, ты сиди в аквариуме. Чё? Я в аквариуме? Стыдно-то как. А тебя, Годзилка? Ой! Полотенчика сняли. Стыдно-то как. Ложись, сейчас мы будем тебя рубасить. Воу, ребята. Она долбанула ножом, с неё эти все отлетели. Плавнички. Так, и приготовила из Годзиллы стейки. Зря Годзилла драться пришла. Ребята, Кинг-Конгу еще повезло, друзья. Что его в аквариуме закрыли? Это еще он хорошо так отделался. Так, а из Годзиллы сделали 2 стейка. Называется стейк из ящерицы. Рептилоидные, друзья, отбивные. Ой. И плавнички. О, смотрите, сделали из них перец горошек. Класс, какая вкусняха. Какой эксперимент или какая история вам сильно понравится больше, друзья? Напишите девочка, нам в комментариях. Девочка, надо вот так вот делать. Посмотрите до конца. Мыло! Это масло. Какое мыло? Вот это я сморозил. Мыло в свинину. Ой, в свинину. В рептилинину. В рептилинину. Так. В рептилинину. Ребята, как называется мясо рептилий, как вы думаете? Кинг-Конг, хочешь кушать? А, это же моя подружка Годзилла была. Что ты наделала? Он в шоке вообще. Слюнки текут.
Следующий будешь ты. Оноу! Да. Воу! Ребята! Посмотрите, он больше Шреддера. Прикинь, попыт это такое. Самый огромный попыт в мире. Вообще, посмотрите, друзья. Он больше Шреддера. Будешь пыкать целую вечность. Просто жесть. Там пыкать, не перепыкать. Самый большой попыт против Шреддера. Нет, все. Просто очень быстро. Просто мгновенно. Резина. Даже особо звуков не издал никаких, друзья. Просто такой. Просто погиб. Что же вы делаете? У кого, друзья, какой попыт, какого размера? Напишите нам в комментариях. А может быть, какой-то особенный у вас есть попыт или Simple Gimple какой-то особенной фигуры. Все, остановили и смотрим, что с нашим попытом. Ничего хорошего. Ну, еще можно немножко попыкать. Попыкать? Ну да, чуть-чуть. Это прям когда совсем скучно. Все, разлетелось. Класс! Сломали. Раскаленный нож. Смотрите, это как желе или что это такое? Оно прям закипает под ножом. Очень залипательно, друзья. И очень прикольно, очень папа, красиво. Папа, будешь потом есть? Да, конечно, буду. Только если съедом, да? Фу, закипает. Ну, где мы так с ними? Очень сильно раскалили нож, друзья. Просто дикая температура. И посмотрите, желе зачем аж закипает. Зачем мы так с ними? Потому что это красиво и залипательно. Ну, прям верхнему правому вообще. Армстронг, Супермен! Супермен в вафельницу. Давайте посмотрим, сделан он изнутри или из того же, из чего Армстронг. Вот интересно будет узнать. Мне, например, друзья, интересно, как вам? Так, прижимайте. Супермен, Супермен, сопли до колен. Да, вот сейчас мне кажется, с него как раз вот эти сопли и полезут. До колен. У него голова не поместилась, смотри, его выдвинули. Ребята, Супермен не повезло. А, наверное, там температура небольшая, потому что, смотрите, оно не сильно прикипает. Обычно раньше, прям, о, смотри, у него нога отпала. Обычно раньше, друзья, о, сейчас температура повысилась, смотрите, пластмасса закипает на краюшке. Это значит, сейчас там просто дичайшая температура. Ой. О, ребята, я есть не буду. Он из того же сделан. Зачем вы испортили все в вафельницу? У него внутри та же самая жидкость. Зачем испортили в вафельницу? Я вообще не знаю, как они потом это все отмывают, друзья. Это для меня прям секрет фирмы. Может, они просто... Воу, да! Супермен, все, иди спасать мир. Жидкость. Он больше не способен спасать мир, у него ноженьки нету. Расстроится. Воу! Бычок пришел травку кушать. Это, ребята, мини-пустыня в реальной жизни. Посмотрите, с игрушечками. Тигр нападает. Валим. Друзья, бежать надо. Ой, за попу кусает тигр. Ё-моё, что же делать? Спасибо каналам, которые делают такие фильмы, мультфильмы. Ссылочки будут в описании. Так. Спасите, спасите меня. За мной там тигр гонится. Сейчас мы им всем дадим. У нас есть горилла, слон, зебра и носорог. Так. Загнали кошечек в этот... В бутыль, в ведро. И сейчас догоняем. А, не все туда? Друзья, ого. Пришел огромный тиранозавр Рекс. И что он будет делать? Друзья, мы таких экспериментов вам еще не показывали. Это очень круто. Он призывает болотную кикимору. А, он ведро уронил. Вот, блин, досада. Есть, поймал. Так, и что? А, он еще кого-то призывает. А, воды? Ого! Ребята, обратная съемка. Прикольно смотрится. Набрал болотной жижи, вылил в наших друзьях зверюшек. Нет, и что он это сделал? А почему она синего цвета? Пепси, кола. Так он сейчас ее просто с болотной водой разбавит. Или она действительно сработает? Друзья, как вы думаете? Мне так прям интересно. Ментос насыпает. Много-много ментоса насыпает. И целое, друзья, большое ведро. Я не знаю, это, наверное, литров 15. Он мешает. А что он мешает? А что он с шариком делает? Он, наверное, ферри добавил. А тут, наверное, уксус. Смотри, какой динозавр веселый. Закрывает бутылечек. И что, протыкать будет? Шоу. Смотрите, иголочкой. Вау! Ребята! Фонтан! Тиранозавр счастлив, смотрите, ура! Эксперимент удался! Это просто вау! Классно! Обратно, и обратно! Круто, друзья!
просто рванул сумасшедший фонтан. Поддержите лайком эту серию. Какой эксперимент вам сегодня понравился больше? Напишите в комментариях. Смотрите все новые серии на Макс, на Сим, на Плей, на Геймс и на Фэмили. И наш новый канал Gamebox. Смотрите, где просто игры. Ссылочки все в описании вы найдете под этим роликом. Не забывайте, мы вас очень любим. Вы у нас самые лучшие. Всем пока-пока.